привет! Здрасте! Всем выжившим после новогодних праздников физкульт-привет! Здрасте! Ну что, наконец-то закончились эти праздники. Честно говоря, все больше и больше понимаю, что не надо столько, не надо. Вот у детей каникулы, да, пускай будут. Взрослым не надо все эти вот такое количество выходных. Потому что, ну, в какой-то момент, во-первых, это уже для здоровья, мне кажется, вредно в большинстве случаев. Затратно, вот. Не в той мы ситуации, как говорится, чтобы столько дней гулять, да? Ира, привет, да. Вот. Поэтому я как бы начинаю понимать, что, ну, вот там, первое, второе и третьего можно теоретически уже выйти на работу, потом еще, грубо говоря, восьмое, и хватит. Ну, хватит. Не знаю, мое личное мнение, потому что, ну, я как бы проанализировал, я понял, что мне нафиг столько не надо отдыхать. Вот. Ростов-на-Дону, привет, да. Да, ну, не нужно. Вот, скажем так, на майские праздники, допустим, там, сделать там, ну, 10 дней, с 1 там по 10, там, по 9 мая, я еще могу понять. Вот в Белоруссии 3 выходных, и правильно. Вот батька-батька, понимаете, как бы он там вам не надоел, но разумный человек. Вот разумный человек, нормальный разумный человек. Ассалам алейкум. Салям, салямчик, Дагестан, салямчик. Здрасте. Доброе утро, здрасте, добрый день. Ну, у кого утро, у кого день. Такая страна, понимаете? У кого-то уже, в принципе, и обед. Чтобы не было похмелья, Саша, надо рассчитывать свои силы. А вообще, вы знаете, вот я не пью и прихожу к мысли, что, в принципе, и не надо. Мы не гуляли, но кто-то не гулял. Я понимаю, кто-то родину охранял, вот, кто-то родину охранял, согласен, вот, привет. Ну, слушайте, что нам, как говорится, Новый год грядущий нам несет? Я так сейчас новости смотрю, слушайте, веселый год, судя по всему, будет, просто вот веселенький будет годочек у нас, вот. Америка, вот честно говоря, я уже устал уже, честно говоря, жрать попкорн. Уже невозможно на все это смотреть, а там конца и краю нету. Там уже, короче, против протестующих уголовные дела завели. Объявили их террористами. Слушайте, мать родная, это же какой-то кошмар. Где? В цитадели, в столице демократии, недовольных людей выборами, да? Которые там были фальсифицированы вдоль и поперек, объявили террористами за что? За протест. Мама моя дорогая, что творится? Вы знаете, вот разрывы шаблонов. Разрывы шаблонов сплошные. В общем-то, мне по-хорошему-то, в принципе, плевать. Чем больше шухер в США, тем лучше нам. Потому что, как говорится, мы санкциями отгородились от всего происходящего. Вот. Нам, как говорится, внешние проблемы по одному месту. Вот. А с внутренними мы с вами как-нибудь справимся. Так что все будет хорошо. Никто не обещает, что будет легко. Но все будет хорошо. Здрасте. Здрасте, всем привет. Поэтому, как говорится, спокойненько. Зато свободная страна. Да, в каком месте она свободная, мы с вами знаем. Это единственная свобода, которая там есть. Да. Всем приветики. Слушайте, как-то на нет сошла вся демагогия по поводу нашей вакцины. Я прям удивлен. То все на каждом углу кричали, что она плохая, что ее нельзя колоть. Слушайте, как только Pfizer, а это, чтобы вы понимали, один из монстров вообще медицинских, мировых, да, то есть это глобальная корпорация, огроменная, то есть, которая вот реально там контролирует практически там, ну, наверное, половину мирового рынка фармацевтики,
Как только она заявила о совместной разработке, ну, там, совмещении там спутник Ви там, с ее, там, возможно, там будет какая-то там адаптация и так далее. Слушайте, как резко закончилась вся полемика по поводу того, что наша вакцина спутник Ви какая-то не такая. Ну, прямо это. А, слушайте, забанили нафиг этого Трампа вообще в Твиттере. Тоже свобода слова, демократия. Я вообще в шоке. Вот. Кстати, я ухожу из WhatsApp. Я перехожу в наш Telegram. Вот. После того, что, ну, все же знают, Цукерберг, он же поц. После того, как Цукерберг заявил, что вся информация, которая у нас есть в WhatsApp, теперь будет передаваться Facebook, вот, ну, якобы в рекламных целях. Но вы же понимаете, что все вот эти вот разведдеятельность вся в социальных сетях, она же ведется под прикрытием рекламы, как бы, да, рекламных так называемых предпочтений. Вот. Вы, например, обратили внимание, как только вы, например, начинаете обсуждать какую-нибудь тему по поводу того, что вам что-то нужно, там, допустим, или куртка, там, или зимняя резина, или еще что-то, вдруг, как бы так, случайно, нечаянно, вы начинаете в интернете натыкаться на баннеры, когда заходите, на баннеры, там, например, мужские куртки или там зимняя резина со скидкой. То есть вы в интернете еще ничего не искали, вы только об этом поговорили вслух, что называется. И вам вдруг в поисковиках, как только вы заходите в интернет, начинают всплывать окна, которые как бы, ну, о которых вы говорили. Обратили внимание? Вот. И точно так же, как бы, вот чтобы понимали, это мне информация прилетела от людей, ну, специальных, вот, что вся информация о нас собирается под видом наших рекламных предпочтений. И Facebook, как бы, да, он же работает с ФБР, с ЦРУ, вот, и всю вот эту, как бы, информацию о нас с вами, кто в сети Facebook, аккумулируется через наши предпочтения, якобы рекламные, вот, и так далее. Поэтому, как бы, ну вот, чтобы вы просто понимали, что теперь, допустим, там вся переписка ваша в WhatsApp и так далее, она будет теперь, ну, мониториться и передаваться в том числе спецслужбам. Вот так вот. Что думаете про повышение пенсионного возраста? Прекрасно. Прекрасно. Слушайте, после этих праздников, вот, после трехмесячного сидения в изоляции в связи с пандемией, я для себя решил, я не хочу на пенсию, потому что это ужасно сидеть, как бы, вот, и ни хрена не делать. Я буду работать, дай бог, чтобы была работа, до тех пор, пока не помру. Поэтому я очень даже за повышение пенсионного возраста. Вот. И даже более того, я очень даже за, чтобы работающим пенсионерам пенсию все-таки тоже как-то, ну, там, повышали и так далее, и так далее. Я посидел, я себе представил, что я на пенсии, я ужаснулся, если честно. Инстаграм, как бы, это ладно еще, туда-сюда, понимаете, в чем дело? Потому что в Инстаграме мы с вами, ну, чем занимаемся? Ну, как бы, говорим там о чем-то, но WhatsApp – это наша частная, личная жизнь. Наша личная переписка, наши какие-то личные фото и так далее, и так далее. Я не исключаю, что это интимного содержания может быть и так далее. Это наша с вами личная жизнь. В нее никто не имеет права совать свой нос. Понимаете? Вот здесь я выступаю как публичный человек. У меня есть галочка, что я актер, что я публичный человек. И я здесь могу высказывать. Начнутся ограничения по Инстаграму, поверьте мне. Я закрою этот Инстаграм точно так же, как я у себя удалил WhatsApp. Поэтому, как бы, я в этом плане не особо буду страдать. Это какая-то часть моей жизни, но не самое главное. Я найду, как бы, да, как себя выразить, как мне общаться с моими поклонниками и так далее. Найду. Поэтому вот для меня, как бы, да, вот это уже перебор с WhatsApp. То есть я могу там, как бы, какие-то вещи понимать, принимать и где-то смириться, но с этим я не буду мириться.
Вот уже с этим я не буду мириться, потому что это уже люди суют нос уже, куда даже их личная конституция и законодательство не дает им права этого делать. Вот и все. Здравствуйте, Александр Батурин. Ну, как бы Саша-то хорошее имя, но меня еще Александром никто не называл. Спасибо. Вы работаете все-таки не физически, а вот люди... Слушайте, каждый работает, мне кажется... Ну, вот я работаю в том числе и физически, и поверьте мне, я работаю физически очень много. Потому что мне в кадре приходится выполнять, во-первых, много двигаться, бегать, прыгать, стрелять, скакать на лошади, понимаете? Вот и так далее. По 3, по 4, иногда по 5 дублей выполнять это все. У меня, в отличие от большинства людей, 12-часовой рабочий день и 6-дневная рабочая неделя. То есть я работаю 6 дней подряд, снимаюсь по 12 часов. Вот. У меня нагрузки очень высокие. Мне нужно говорить текст, мне нужно двигаться. Это хорошо, если там я играю там тяжело больного, лежащего в постели, и там большую часть времени находящегося в коме. Не роль, а мечта. Но в целом, как бы, да, я очень много езжу. Я очень много езжу не только по городам, я по странам передвигаюсь очень много. Вот. У меня нету такого понятия, как перекур, там, допустим, и так далее. У меня есть обед часовой, который, в принципе, даже я не всегда могу съесть, потому что, ну, как бы, это такое привозное и тому подобное. Из-за этого я имею уже профессиональное заболевание. Вот. Я часто нахожусь под светом софитов, которые лупят так, что иногда ты вообще с трудом понимаешь, где камера, ты ее не видишь. Из-за этого садится зрение. Очень довольно-таки сильно. У меня тоже уже началось, поэтому если вы меня в ближайшее время увидите в очках, не удивляйтесь. Профессиональное уже как бы заболевание. Вот. Выгорает просто-напросто сетчатка. Вот. Значит, так я сказал про болезни желудка профессиональные сказал, про болезни глаз профессиональные сказал. По 12 часов я нахожусь в гриме. И хорошо, если это не пластический грим, потому что его нанесли, и ты ходишь в нем, ну, целый съемочный день. Его снять невозможно. Бороду приклеили, там еще что-то. Ну, хорошо, если там усы иногда можно... Вот. А что еще? Какие еще профессиональные болезни? Достаточно? Достаточно? То есть по поводу того, что я физически не работаю. Более того, я вынужден физически заниматься спортом, физкультурой, держать себя в форме. Секундочку, извините. Мне нужно физически заниматься своей формой физической, чтобы, как говорится, иметь спрос, то есть следить за собой. А это ограничение тоже, собственно говоря, это тоже как бы... Я, может быть, и не хочу, а надо, понимаете? Это одно дело, вы занимаетесь там спортом ради удовольствия. А я занимаюсь спортом для того, чтобы профессионально соответствовать требованиям и так далее. То есть, пожалуйста, вот как бы, да, прежде чем судить, допустим, о какой-то профессии, в том числе об актерской, пойдите, как говорится, знаете, как это я говорю, хорошо судить президента, пойдите, станьте президентом, хлебните вот этого всего и потом, как говорится, сделайте выводы. А вот так вот сидеть, как бы, да, там и жаловаться, все не так. Президент не такой, пенсионный срок не такой, понимаете? Вы же не хотите, чтобы у нас здесь сейчас ходило еще раз в 5 больше мигрантов, чем есть? Я думаю, не хотите. Ну, как бы зачем? Эти же иммигранты отбирают, по большому счету, как бы то ни было, часть каких-то ресурсов государства на себя, да? Их дети там, как бы, да, здесь становятся гражданами. Вы же не хотите. Так идите работайте. И тогда не будет иммигрантов, понимаете? Вот в чем дело. Тут же, как говорится, глобально. Вы же хотели, как в Европе, вы же хотели, как в Америке жить, да? Вот. Но даже если вы не хотели, и, может быть, не хотите сейчас, но это уже не отменяет того, что ситуация в стране изменилась. Мы стали, как вся цивилизованная общественность, и иммиграция, и все недостатки с этим связаны, это все-навсего плоды этого, как бы, да? То есть, ну, а что делать-то? Поэтому я свое мнение по поводу пенсионного возраста высказал тогда еще, и я ходил и голосовал за то, чтобы его продлили.
Вот. И сейчас я убедился в том, что другого выхода нет. Вот. И хорошо, если пенсионный возраст останется такой, как он сейчас. Они, допустим, его не продлят еще больше. Вот. Да, привет, Кузбасс, привет, Сибирь. Здорово. Да, всем приветики. Всем приветики. Вот. Так что вот как бы такие дела. Что еще интересного такого происходит? Я как бы, да, то есть, ну, после праздников немножко пытаешься систематизировать мозги, как бы, да, войти в этот ритм нормальный, вот, но пока не получается. Ямал, привет! Привет, Минск! Здравствуйте, Минск! Как у вас там? Слушайте, было хорошее интервью с Лукашенко и его сыном. Все никак не наберу времени его посмотреть. На самом деле, хочу посмотреть. Я как бы вот там много чего накопилось посмотреть, но у меня не получается. Блин, это то прекрасное время, когда какая прическа у тебя на голове решает шапка и капюшон. Привет, Финляндия. Про ковидный паспорт. Да, ну, по-хорошему, учитывая, в какой ситуации сейчас все как бы находится, я бы, конечно, хотел, чтобы в мою страну прилетали откуда-то люди, ну, не просто с показателями, там, какими-то анализами, что у них там ничего нету, да, а что все-таки они привиты. Я бы хотел, вот, ну, то есть быть уверенным, что ко мне в страну прилетают, допустим, люди привитые. То есть они не гарантированно там, например, в процессе полета они не подхватили от кого-нибудь там человека с липовой справкой, что у него нет ковида, не подхватили ковид там и не прилетели там ни меня, ни мою семью, не заразили. Вот. Тоже, я думаю, наверное, хотят и другие люди, живущие в других странах, вот и так далее. Ну, нам-то чего? Нам-то пошел да сделал прививку, как бы, ради бога. Если при этом дадут какую-нибудь хорошую бумажку, подтверждающую это там, да? Ну, и лично я не буду против. Это разумно, понимаете, в чем дело? Надо же, как бы, хотелочка ваша, это одно, а, как бы, целесообразность, разумность, это другое. Ну, по-другому быть же не может, да? Ну, то есть, как бы, вот, я хочу, чтобы ко мне в дом приходил здоровый человек. Вот и все. И поэтому мне бы хотелось как бы быть в этом уверенным, что он здоровый. Вот как бы так, наверное. Калуга, привет. Здрасте. Как погода в Москве? Слушайте, погода в Москве, снега навалило, мягко говоря, писец сколько. Вот. Богданчик, нет, сегодня мы сегодня профилонили. Мы вчера приехали с дачи, поэтому у ребенка сегодня такой адаптивный день, а завтра уже пойдет в школу. Вот. Поэтому вот как бы вот такие дела. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Программа «Судьба человека». Вас повторно не зовут. А зачем? Вот зачем? Послушайте, я в «Судьбе человека» рассказал уже столько, что, наверное, половину бы я, наверное, бы сейчас уже бы не рассказывал. Ну, грубо говоря, да? Зачем вам повтор... Вот прошел год. Что в моей судьбе изменилось? Ну, вот сами подумайте просто вот на секундочку. Я говорю, прежде чем что-то спросить... Попробуйте сами ответить, вот поставить себя на мое место, исходя из своего жизненного опыта, там, разума, ответить на этот вопрос. Если у вас не получается, тогда задайте мне вопрос, и, возможно, я вам помогу. Не факт, но возможно. Поэтому прежде чем задавать вопрос, над ним сначала нужно подумать. Вот, да, и все. Привет из Волжского. Привет. Да, слушайте, тут у нас идиоты появились, не обращайте внимания, не вступайте с ними в полемику, я вас очень прошу, не давайте им шансов на жизнь. Ладно, Израиль, здорово, шалом. Да, судьба человека, ну, неплохая, там просто Борис Корчевников сам по себе. Вот удивительно, да, вот я был на программе, вот интервью с этой, с Региной, не могу вспомнить ее фамилию, ну, вы понимаете, о ком я говорю, да, на Спасе. Вот что она, что Борис, удивительные люди. Ну, то есть, это не просто какие-то такие ведущие, которые стандартные задают вопросы, причем такие, знаете, ну, как бы, отвечу я на этот вопрос или не отвечу, их не особо волнует. Вот здесь не тот случай. Здесь как бы вот что Борис, что Регина, они не просто вопросы задают, они вас... где-то сканируют, пытаются услышать, понять и сделать выводы. Это очень редкое качество, на самом деле. Вот. Очень редкое качество журналиста. Вот. Так что вот такие.
А я не говорю, что вы, почему вы на себя-то примеряете это все, девушка? Вот, я же сказал, как бы, что, да, и то, что, я вижу ваши вопросы, они мне не интересны, но они не глупые, во всяком случае, и они не используют ненормативную лексику, вот, все-таки, как бы, ну, ваша женская природа, она вам, наверное, не позволяет пользоваться ненормативной лексикой, поэтому вы не на себя-то не примеряйте это, спокойненько, вы, если читаете общую переписку, то вы, наверное, сможете идентифицировать, как бы, кому касается выражения, там, да, про идиотов. Ну, такие есть, к сожалению. Есть нормальные люди, есть идиоты. Так жизнь устроена. Есть белое, есть черное, есть красное, зеленое, там, синее, как бы, и так далее. Вот. Поэтому не надо. У вас такая, вот, знаете, вот есть такая категория женщин, которая, что бы ты ни сказал, она принимает это на свой счет, причем сразу, как бы, делает вывод, что это оскорбительно для нее. Вот. Не надо. Проще. Иногда слова – это просто слова. Вот. Просто слова. А, вы не успеваете читать, но вы успеваете делать выводы. Ну, прекрасно, тоже хорошее качество, исключительно женское. Я не завожусь. Ты что? Я чего ты? Для некоторых идиот это комплимент. Возможно, кстати, есть. Потому что есть более тяжелые клинические случаи, поэтому идиот это такая, знаете, легкая форма еще. Привет, Истра. Здрасте. Вот, здрасте. Да. Что еще хотел вам рассказать, что-то вылетело из головы. Знаете, как это? Я буду записывать какие-то, знаете, мысли, надо записывать для того, чтобы их обсуждать с вами в прямом эфире. Но в любом случае, мы пообщались. Я рад, что закончились праздники. Вот. Как вы себя чувствуете после... Да я себя прекрасно чувствую после прививки. Я уже 100 раз уже сказал. Слушайте, ну посмотрите на меня. Ну как я могу себя чувствовать после... Уже прошло уже сколько? Уже до... С последней прививки-то уже прошло. Матерь Божья. Она в прошлом году была. Вот. Все нормально. Как вы относитесь к Кате Гордон? Никак не отношусь абсолютно... Ну, такой, не самая лучшая особь женского вида, хотя наверняка у нее есть масса поклонниц. Ну, понимаете, как это? Каждый же по себе ищет, да? Ну, хочется же комфортно, чтобы было. Поэтому, в принципе, каждый ищет по себе. Ну, для кого-то Катя Гордон интересная, прогрессивная женщина. Для меня женщина с довольно-таки сложной судьбой, у которой в личной жизни, как бы, да, ну ничего не случилось. Ну, наверное, это или не повезло, или это, видимо, какая-то черта характера. Вот. То есть, ну, как бы вот, ну, то, что она там как бы транслирует периодически, ну, это имеет право на жизнь. С этим можно соглашаться или не соглашаться. Вот. Я посмотрел, как бы, ее пару эфиров и так далее. Я понял, что это не мое, и как бы, ну, и даже не пытаюсь там по этому поводу там как-то там дискутировать, делать какие-то выводы и так далее. У нее есть своя аудитория, ну, наверное, я же говорю, что это по комфорту, как бы. Да, вот они ее слушают. Наверное, женщины с такой же сложной судьбой, как она, вот, они ее слушают, вот, и как бы, да, там, и прямо, ну, там, верят и готовы ее поддержать. Ну, флаг им в руки, время покажет, как бы, кто прав и так далее. Вот, а так... Больше ничего, к сожалению, сказать не могу. Вот. До оскорблений тоже не буду опускаться, ну, потому что, ну, нечего там оскорблять, как бы, ну. Я не могу сказать, что она там дура. Нет, она не дура, она, кстати, там, ну, довольно-таки не глупая баба. Вот. Умная, ну, тут вопрос спорный, как бы и обо мне тоже можно сказать, умный я там или глупый. Это же все как бы такое, да, относительная величина. Вот. Но в целом, ну, просто не мое, и все. Да даже не пытайтесь это узнавать, кто такая Катя Гордон. Или возьмите интернет вам в помощь. Сваты фильм нет, не нравится. Ну, как бы хорошие актеры, прекрасные актеры, ну нет. Нет. Я сейчас, вы знаете, что делаю, что я сейчас начал смотреть? Я начал сейчас смотреть «Карточный домик» с Кевином Спейси. Все-таки Кевин Спейси, конечно, уникальный американский актер. Вот, уникальный. Таких, как он, там, наверное, больше и нету. При том, что я, как бы, ну, последние там лет там.
ну, 10, наверное, не 10, но последние лет 5-8 для меня американское кино стало абсолютно как бы, ну, неинтересным, потому что, ну, там ничего особого такого не происходит. Вот. Появляются иногда интересные какие-то сериалы такие, да, но их исключительно смотришь просто из-за актерской игры, там, из-за того, как это снимает и так далее. Вот. Ну, вот сейчас вот решил посмотреть все сезоны с Кевином Спейси, пока его не убрали из-за якобы раздутого, не имеющего под собой никаких оснований сексуального скандала. Ну, просто вот, что называется, взбесилось некое количество баб, которые там обвинили его в домогательстве, плюс там прибавились там какие-то гомосексуалисты, которые обвинили его в домогательстве. И в результате карьера человека пошла как бы там по наклонной. При том, что в Америке таких актеров больше нет. Вот. Таких актеров, как Кевин Спейси, нет. Я вот сейчас как бы вот смотрю, потому что я начинаю понимать, что я приближаюсь примерно к его возрасту в актерской профессии. И там в ближайшие там 2-3, может быть, там, даст бог, 4 года я примерно буду играть то, что он вот играет сейчас. Ну, в смысле, по амплуа. И я уже сейчас начинаю потихоньку уже насматривать такие вещи. Привет из Сталина! Здравствуйте, Терре! Правда, что у нее это, что, не знаю, вакцинация нужна. Слушайте, вакцинация, вот лично мое мнение, да, не рекламирую, каждый решает сам. Как бы, да, дай бог, не осознать, что вакцина нужна с пластмассовой трубкой в трахее. Вот о чем я, к чему я призываю. А так, как бы, решайте сами. Вакцина бесплатная, проверена на собственной шкуре, вот, поэтому решайте сами. Вот. Привет из Байконура. О, здорово, Байконур. Вот. Вакцинация опасна для жизни. Слушайте, вы знаете, вот каждое утро, когда вы просыпаетесь, это уже большой риск, что вы не доживете до вечера. Вот. Поэтому вот примерно, вот в моем примерно понимании, что вакцина, что сегодняшний день, это примерно одинаково. Понимаете? Вот. Поэтому, ну, как бы так. Не хотите, не делайте. Вот. Я же говорю, что я же никого не призываю. Не хотите, не делайте. Главное, понимаете, как вот у меня мама, папа иногда мне что-то говорили в детстве, и только с возрастом я начал понимать, что они были правы. Да, когда вот этот момент наступает, бляха-муха, папа с мамой мне говорили, чё ж я такой дурак, их не послушался. Вот и все. Поэтому просто вот для себя как бы вот решайте сами. Да, спасибо вам большое, всем привет из Алатыря, привет. О грустном, не надо о грустном, чего грустного-то, какое грустное? Мы это. Вы болели ковидом? Нет, я участвовал в испытании вакцины от ковида, вот, поэтому пока меня Бог миловал. Возможно, появится какая-то форма ковида, против которой вакцина это не действует, ну тогда как бы, знаете, как это, от судьбы не уйдешь. Да, спасибо. Да, вот, ну да, многие вещи мы осознаем потом, как говорится. Да, мы там что имеем, как бы там, да, там не жалеем, не ценим, а когда теряем, то потом плачем. Я уверен, что все, вот кто здесь находится в данный момент, 314 человек, все с этой херней сталкивались, понимаете? О том, что они сожалели, о том, что когда-то вот что-то там не сделали, потеряли там или человека там, или еще что-то и так далее. Поэтому как бы вот, да, жизнь сама подсказывает нам, что и как надо делать. Главное же как бы правильно делать, ну, там, скажем, выводы из сложившихся ситуаций, да? Не то, что я не единственный, кто не слушал папу с мамой. Я вот уверен, что вот сейчас вот 313 человек эфир смотрят, они все не слушали папу с мамой, и у всех у них рано там или поздно появлялась мысль, блин, говорили мне папа с мамой, чего ж я их не послушал. Вот. Всегда понимаете настроение, спасибо вам. Я уже плюс 65 буду делать, но позже. Ну, возможно, не спешитесь, пускай все остальные попрививаются, да. Вот. Но, в принципе, уже как бы можно 65+, поверьте мне. Ну, вот, не знаю. Вот мне, грубо говоря, 48+.
У меня все нормально прошло. Так что так. Да, все, давайте, друзья, я всех вас обнимаю. Спасибо за то, что нашли время послушать мой эфир. Вот, погодка дрянь. Погодка дрянь, слушайте, январь месяц, какая погодка, о чем вы говорите? Вот. Так что так. Погодка не дрянь будет, наверное, я думаю, где-то в середине, в конце апреля. Да, все, берегите себя, вот, и близких своих. Да, до скорой встречи. Вот. Все будет хорошо, я узнавал.